Вас приветствует канал «Влюбленные в путешествия». Предлагаем вам пятерку самых популярных стран для отпуска с детьми. Итак, на 5-м месте по популярности Греция. В этой стране предпочитают задержаться подольше. Самые длительные брони сделаны на Ионических островах Греции – 28 ночей. Гостиница Holiday Village Rocks на Родосе вошла в десятку лучших. Здесь для развлечения детей есть бассейн, футбольная школа, а самых маленьких родители могут оставить в яслях. Ну а тем, чьи дети предпочитают пляж, должен приглянуться критский Элафониси. На 4-м месте – Великобритания. Отдых на Туманном Альбионе обойдется недешево, а большинство родителей сюда манит надежда подтянуть английский у детей. Если же хочется отдохнуть, забыв об учебниках, путешественники предлагают отправиться в Шотландию на остров Аран в отель Аран Спа Ресорт, который вошел в десятку лучших европейских гостиниц для семейного отдыха. 3-е место заняла Франция. Если родители в этой стране хотели бы занять ребенка изучением французского языка и прогуляться по Лазурному берегу в надежде встретить кинозвезд, детей привлекает здесь прежде всего Диснейленд. Многочисленные аттракционы, сувенирные магазины и неизбежные очереди, которые сопровождают посетителей повсюду. 2-е место в рейтинге популярности занимает Италия. В десятке лучших отелей Европы 7 итальянских, и лучший из них – это Кавальяно Бьянко Фэмили Спа Гранд Хотел, расположенный в Альпах. Отдых в Италии с детьми – один из самых безопасных. Итальянцы – очень воспитанная нация и трепетно относятся как к собственным, так и к чужим чадам. В Италии много шикарных тенистых парков, зоопарков, аквапарков, тематических парков и лунопарков. Так можно перечислять до бесконечности. Лидирует в этом списке Испания. Фаворитом всех семейных пар среди испанских курортов, несомненно, является Коста-Дорадо, раскинувшийся на северо-восточном побережье Средиземного моря. Он включает в себя такие популярные туристические центры, как Салоу, Тарагону, Ла-Пинеду, Кабрильс и Сиджес. Ближе всего к Барселоне находятся городки Салоу и Ла-Пинеда, в 100 километрах от него. В Ла-Пинеде дети и взрослые могут насладиться потрясающим отдыхом в аквапарке Аквапольс, знаменитым своими многочисленными горками и фееричными шоу дельфинов. В Салоу все устремляются из-за второго Диснейленда Порт Авентуры. Вот уж где разгуляться, так разгуляться. Целых 6 невероятных тематических парков, в которых есть все, что душе угодно. Путешествуйте! От путешествий только польза!